Что теперь делать оставшимся 8 миллионам русских, которые остались на территории Украины? Они же изгои. Блин, их расстреливать из атомного оружия. Смотри, ну это я с тобой как бы не могу спорить. Мы готовы знищувати русню, де тільки можна. Але я переконаний, що бити русню треба не тільки в Україні, а за її межами, на території Росії. Ви нікому не нужны, ви всі мусор європейський. Ви не нужны, вас захищають. Mm-hmm.